Телеведущий и шоумен Александр Гудков в недавнем выпуске юмористического YouTube-шоу «Что было дальше» открыто признался в ненависти к одному из ведущих, стендап-комику Алексею Щербакову. Гудков объяснил, что изначально не шел на это шоу из-за патологической неприязни к Щербакову. Он рассказал, что когда смотрел ЧБД, то заставлял себя все больше и больше любить этого человека, но в результате все больше и больше ненавидел. Шоумен добавил, что недавно, когда их вместе пригласили участвовать в комедийно-развлекательном проекте «Студия Союз» телеканала ТНТ, его ненависть к Алексею наконец-то прошла. «Щербаков разрушил мой миф, ведь он был в моем топе ненависти, вместе с ротавирусом. И вот я познакомился с Алексеем на съемках передачи «Союз», и у меня рухнула мечта, теперь мне некого ненавидеть», — иронично отметил Гудков. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!